Остров Маврикий может стать так называемым эфириум-островом. Как сообщает CoinDesk, эфириум-стартап Consensus активно рассматривает перспективы партнерства с африканской нацией Маврикия. Consensus является разработчиком децентрализованных приложений из Нью-Йорка. Основатель Consensus Seed Джозеф Любин вместе с командой топ-менеджеров посетили остров и встретились с инвестиционным советом страны, банком Маврикия и другими органами частного и государственного секторов. Маврикий зарекомендовал себя как офшорный финансовый центр и активно стремится стать лидером в сфере блокчейн и связанных с ним технологий.